Что нужно брать с собой в поход? Селедку. Ну, девочки, не понял. Девочки, тут что нужно брать? Колбаску. А? Че, влог снимаешь и все, что ли? Да. Купил камеру и все, что ли? Как вы поняли, короче, мы выехали сегодня в поход. Он организовал. Все нормально тут. Дофига людей собрали. Сегодня получается совместно стримим. Азат Медыров, Оазис Тайм. Бывший дрищевок, так что давайте. Приятного просмотра. Давайте сразу, короче, такой небольшой этот предысторию сделаем для каждого. Так, поехали. Кто желает представить? Поехали, Санджат. Меня 15 лет. 15 лет? Да. Так, следующая, кто? У нас, да, тут парень, Амарал зовут. Амар. Все, приехали, да? Да. Все-таки какую-то ответственность, все мы на себе, хорошо? Укол с недомогание, там, сразу нам говорите, аптечка есть? Все будем хорошо давать, себя да? чувствуют сейчас. Никто ничего не забыл, все нормально, отлично. Смля. Продаем. Пари. Так, все. Давай вперед, веди. Мне снимать это будешь? Уже 15 километров примерно прошли. До вершины осталось совсем ничего. Так. Я в замыкающей группе. Пэри идет первая. Ренат второй. Ты себе это придумал, да? Вы, ребята, молодцы. О, Азис овцы, да? Как тебе поход? Вот вообще классный. Азис Халагумбаев. Ну, вообще сам пацан такой. Так себе, да? Простой вообще. Это пиздец, ты его знаешь. Жалуется, да? Жалуется. То, что арбуз носит, да? Жалуется. Ну, не надо вот это говорить. Здесь мы успешно добрались до разбитого сердца. Наслаждаясь видом, мы все начали фотосессию. Покушали. И пошли дальше. Но дальше Захару стало плохо, и мы с ним обратно пошли в альплагерь, где нас ждали Перри, Замир и Джей и ее муж. Им тоже ранее стало плохо. Оставив их, я решил догнать вас и побежал к вам. Но по дороге у меня начались сильные судороги мышц ног. У меня разрядилась камера, и дальше влог будут вести Ренат и Азат. Тур-туровой хрызды! Хрызм туровой! Алтын берекем! Ай, ашындай! Ай, какая красота! Ай-ай! Ой-ой-ой, смотрите, какая травка зеленая! У нас только в Кыргызстане такая. Ай, красота! С вами я, Ренат Чусупек. У нас закончился перевал. Теперь продолжаем путь до водопада. 2,5 километра надо пройти. Почти 3 километра. Ноги уже капец устали. Достаточно такой крутой подъем. Здесь не камень, а прям земля такая. И опасно ходить, скользко. Оп-оп-оп. Оп! Мать его, дошли. Ну, знаешь, вот в таких мелочах понимаешь. Потому что если бы я поделала... Так, мы на точке развязки, мы на водопаде. Мы здесь уже около получаса находимся, да? К большому сожалению, не все дошли до крайней точки. И вот на полпути Азис, наш гид, должен был просто вынужден забрать нашего травмированного ребенка и отнести его на базу. Все отлично, ребят. Oasis Travel с вами всегда.
Мы там побыли примерно час. Дождь потихоньку начинает усиливаться, конечно. Но погода вообще офигенская. Кстати, у нас укатился один арбуз. К сожалению, мы хотели его спасти, мы сделали все возможное, но от полученных травм он скончался. У нас еще в запасе два арбуза. Йоу. Ну-ка. Просыпается доктор. Доктор просыпается. Нет, Ренат, не доктор. Лекарь, окей. Не лекарь. Да погоди ты, пожалуйста. Лекарь просыпается, делает выбор. Это большая, потому что есть же путана, которая может кого-то это, а доктор ее не выпустит. Надеюсь, чтобы вон тот туман сюда не добрался. Все спешим побыстрее, чтобы дойти. Но есть один человек, которому это нравится. Всем привет. Вот мне последние дни было прям в городе так жарко, прям душно, да? Здесь сейчас мне прохладно, все в кофтах, толстовках, я в футболке, мне прям кайф, изи прям. Так, Аман, look at this. Думаешь, Фандасия, задержи держись там, дыша. Горного архара поймали. По горам лазил, по скалам прыгал. Допрыгался. А? А? Неужели дождь прошел? Я уже боялся, реально. Я за вас боюсь, ребята. Так, в общем, такой вот поход у нас получился. Всем спасибо. И извиняюсь за то, что так долго не было видео. Люблю вас, ребят. За то, что мне пишете, ждете. Постараюсь вас радовать все чаще и чаще. Всем спасибо за просмотр. Пока.